Вкусняшка. Добрый день. Сегодня я хочу приготовить салат. Очень простой, полезный. Из капусты, огурца, укропа, соли. Начнем с капусты. Начнем ее шинковать тонко. Шинковку. Так вот, мы капусту нашинковали как можно тоньше. Теперь ее высыпаем. Вот. Видите, она у нас какая тоненькая получилась. Теперь приступим к укропу. Измельчим укроп. Тоже очень мелко постараемся. Солим. И стараемся пожамкать капусту так, чтобы выделился сок. Теперь потрем огурец в крупную терку. Выкладываем наш огурец. У нас будущий салат растительным маслом, нерафинированным, мажем и перемешиваем. Время на приготовление салата уходит минут 5-10, не больше. Салат очень вкусный, полезный, витаминный. Советую всем приготовить. Всем приятного аппетита!